Традиционно в начале лета в Магадане торжественно запускают главный городской фонтан вдохновения на площади космонавтов. В прошедшую субботу свидетелями события стали и журналисты вечернего Магадана. Сегодня, в этот радостный, но не совсем солнечный день, в городе запускаются фонтаны. Но в настоящий момент мы запускаем фонтан вдохновения, который уже многие годы радует наших горожан. И надеюсь, после его запуска тучки бегут, проглянется солнце, и наконец-то в Магадане наступит лето. При расконсервации и подготовке к запуску фонтана вдохновения специалисты КЗХ выявили и устранили несколько неисправностей. Отремонтировали один из трех двигателей, произвели замену микросхем в управляющем автомате фонтана, восстановили разрушенную кладку на чаше. Теперь самый большой фонтан областного центра будет радовать магаданцев до осени.